Мы избегаем кары. Мы не вступаем в недозволенные половые отношения, не играем в азартные игры, не употребляем одурманивающих средств, не едим мясо. Это кали. Постепенно из этой главы вы узнаете об этом. Эти четыре порока являются представителями кали. В настоящий момент влияние кали распространилось на весь мир. Почти все, 99,9%. Нельзя сказать, что 100%, потому что есть какие-то святые люди. Так, не сомневайтесь, 99,9% населения находится под влиянием кали. Недозволенные половые отношения, азартные игры, одурманивающие средства и мясо. Как эти люди смогут увидеть, что такое кали? Они сами находятся под влиянием кали. Krishna
Krishna, Krishna, Krishna.